Приветствую всех, уважаемые друзья. Так, по многочисленным просьбам, так скажем, объясню вам, как быстренько посмотреть порт игры «Русская рыбалка 4», на каком порту находитесь. Вот, допустим, я сейчас в игре, да, вот она, игруля, на вьюнке стою, там, бамбук курю, это. И нам надо посмотреть, на каком мы находимся порту. Есть BAT-файл. Но он часто не показывает сервера, особенно новые, ой, порты, особенно новые, которые добавлены. Вот. Можно это сделать в легкую вообще. Вот у меня RR4 порт, как бы ярлычок. Чтобы быстро создать ярлычок этот, жмякаем правой кнопкой мышки, создать ярлык. Укажите место расположения файла. Оп. Прописываем сюда вот такое вот, короче, буковки, циферки, туда-сюда. Место расположения файла. C, но если у вас установлено Windows на C, D, там куда. Главное, чтобы тут спереди было. Остальное все то же самое. Жмякаем далее. Вот тут он название типа предлагает. Допустим. Проверка порта. RR4. Жмякаем, готово. Вот он, ярлычок создался. Да? Так, мы в игре. Игру сворачиваем. Запускаем этот ярлычок. Тут ничего, да, такого-то. А, тут TCP может быть у вас свернуто. Открываем его. И вот тут выбираем RF4. Оп, жмяк. Прокручиваем. Мы сейчас находимся на 61-м порту. Чтобы вам точно это показать, что это все действует, работает, делаем перезаход. Сейчас быстренький. Жмякаем войти. Можно еще это проверять через Ctrl-Delete, диспетчер устройств, там это туда-сюда тыркаться. Ну зачем, если можно вон ярлычок создать быстренько все. Только не спрашивайте, на каких портах клюет, потому что, блин, примечайте сами себе там. Плюс-минус 10 портов. Допустим, там на 40-х у вас что-то клюет. 45-й туда-сюда. И очень сложно попасть на какой-то порт, допустим, там клюет на 45-м у тебя. И чтобы туда попасть, ты можешь 1000 раз перезайти. Так, вот мы зашли в игру, да? Сворачиваем игру. Запускаем ярлычок. Тут сразу выбираем, ну вот, RF4. Прокручиваем. Сейчас мы на 35-м порту. Сейчас мы находимся на 35-м порту. Сейчас еще раз перезайдем. Порт последние две циферки. Он тоже заходит, уже в принципе можно проверять. Он уже будет показывать, на какой порт прыгаешь. Но все равно, если для перезахода, допустим, все равно надо ждать, чтобы игра загрузилась. Так, были на 61-м порту, второй раз перезагрузились, 35-й. Сейчас посмотрим, куда еще шевронет. Так что так, поклево на портах. Проверяйте сами, тестируйте, как бы примечайте там плюс-минус 5-10 портов. В общем, так, сворачиваем игру, запускаем файлик, ярлычок. Выбираем RF4. Прокручиваем. Сейчас мы на 11-м порту. Я думаю, все понятно объяснил, да, ребят?
Для создания ярлыка путь. Так, так, создать ярлык. Ставить. Вот этот путь я напишу снизу под видео, чтобы он просто копируется, вставится и все. Так что так. Надеюсь, чем-то помог, хотя фиг его знает, как эти порты тут влияют. Ну, влияют. Каким-то макаром, ребят, влияют, короче. Так что так, такие дела. В общем, всем ни хвоста, ни чешуи. Ё-моё, ищите нормальный порт для себя, чтобы постоянно одни синие клевали. Ну, что еще сказать. Надолго не прощаемся, до скорых встреч.